Ну что же, всем добрый день, друзья. Я рад вас сегодня вновь приветствовать на нашем обзоре. Давайте с вами проверим связь, как меня слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Друзья, дайте, пожалуйста, обратную связь. Отлично, Ольга. Звук есть, да? Картинка тоже присутствует. Друзья, у всех ли все хорошо? У всех ли хорошо все со звуком и с картинкой? Поставьте, пожалуйста, плюсики.
Похоже, что только у одной Ольги у нас сегодня присутствует звук и хорошее изображение. А интересно, какие у нас сегодня присутствуют регионы? Не только вы сегодня не одна, нас сегодня много. Друзья, кто нас сегодня слушает? Какие города? Дайте обратную связь, пожалуйста. Екатеринбург. Очень приятно вам. Ну что же, друзья, давайте, наверное, все начнем. Раз у всех все хорошо, все замечательно, я думаю, что мы все-таки давайте приступим к обзору и обсудим ситуацию, которая все-таки складывается у нас на протяжении этой недели. Что же мы с вами получили сегодня по результату завершение торговой недели и что нас, в принципе, может ожидать на следующую неделю. Ну что же, традиционно начнем мы с вами сегодня с пары евро-доллар. Давайте мы взглянем на дневной график и посмотрим, что же здесь у нас сегодня присутствует. Модель ABCD, бычья модель нам говорит на покупку. Она у нас сохранилась. Мы с вами обновили, так сказать, отметку в 0.5, пощупали ее. И сейчас мы с вами сделали так называемую предполагаемую двойное дно. Также на дневном графике на сегодняшнем дне, на сегодняшней свече у нас с вами возник сигнал на покупку. Также мы с вами помним из предыдущих обзоров, что сегодня, возможно, все-таки заканчивается последний день, закрывается разворотное окно торгового цикла. Возможно, что все-таки сегодня мы предположительно начнем движение, коррекционное движение в обратном направлении. Сколько можно падать, да? Пора бы уже скорректироваться. Также мы с вами видим, что на 4-часовом графике, именно на сегодняшнем таймфрейме, на сегодняшних 4 часах, которые сейчас в свечах формируются, у нас также с вами присутствует сигнал на покупку. Вчера у нас с вами появилась конвергенция. Конвергенция появилась на 4-часовом графике, что в принципе нам тоже говорит о том, что возможно все, и сегодня мы все-таки начнем рост. Пара евро-доллар сегодня начнет рост. Давайте взглянем, что у нас, какая ситуация происходит на H1. На H1 мы с вами видим. Вчера у нас с вами был первый импульс. Первый импульс, возможно, это первая волна, коррекционной волне, которая будет у нас в район где-то приблизительно 0.8, возможно, даже и повыше. Также мы с вами видим, что у нас с вами присутствует зигзаг, это коррекционное движение, она же вторая волна. И сейчас мы с вами собираемся формировать самую жирную, самую аппетитную, так сказать, импульсную волну, которая по Эллиоту называется третьей волной. Посмотрим, если мы сегодня закрепимся выше отметки 0.5834, то возможно все-таки именно коррекционное движение и сегодня и начнется. Но опять же, все-таки, так как сегодня пятница и
Мы знаем, что рынок у нас закрывается. Конечно же, со своей точки зрения, я бы все-таки искал точки входа в понедельник либо во вторник, после того, как откроется рынок, откроется новая неделя. Соответственно, мы посмотрим, как мы закроем эту неделю, на каких отметках мы закроемся. И с понедельника нам уже будет проще с вами сориентироваться в дальнейшем направлении. Пока, в принципе, сигналов достаточно. Пока сигналов достаточно. Если кто-то вдруг все-таки захочет рискнуть встать длинную позицию по паре евро-доллар, то, конечно же, не забываем, что стоп-лоссы, выставляем стоп-лоссы, ну, приблизительно где-то на отметочку 0,5, ниже, думаю, не стоит. Потому что если мы преодолеем отметку 0,5, мы ее пощупали, пощупали мы ее дважды, то, возможно, мы пойдем далее. Поэтому в любом случае я бы все-таки дождался, пока мы пробьем наш с вами уровень сопротивления ближайший. Также на 15-минутном графике у нас сформировалась бычья модель, так называемая модель квазимода, бычий паттерн, что в принципе тоже нам говорит о возможности формирования восходящего тренда и развороты предыдущего недельного тренда. Но если взять, конечно же, более мелкий таймфрейм, на 5 минутах у нас сейчас в данный момент идет сигнал, конечно же, в продажу. Но так как все-таки мы используем прежде всего сигналы более старших таймфреймов, поэтому все-таки я придерживаюсь того, что сегодня у нас с евро-долларом произойдет разворот. На 4 часах у нас с вами конвергенция присутствует. На дневном графике уровень Fibonacci 1.0. Есть сигналы. Ждем перекрытия максимума. Отлично. Давайте с вами теперь поговорим, наверное, о паре доллар-иена. Доллар-иена у нас. Что у нас происходит на дневном графике? Так, на дневном графике у нас с вами достигнут уровень Fibonacci 618. Перепроверим. Есть 618, есть возможность сходить на отметку 14500. То есть еще 1000 пунктов мы можем и протащить. В принципе, мы можем это сделать легко, потому что тренд довольно сильный. И пока разворотов, сигналов каких-то более таких серьезных. Единственный вариант — это на часовом графике у нас с вами появилась дивергенция и дает нам сигнал на продажу. Но этого все-таки будет маловато. На дне тоже сигнал пока отсутствует. Единственный сигнал присутствует на H1. Давайте с вами посмотрим, что у нас происходит на 30 минутах. На 30 минутах тоже присутствует дивергенция. И у нас с вами присутствует уровень Fibonacci 3.618. В принципе, сформировалась фигура восходящего канала. И как мы с вами знаем из классического технического анализа, что восходящий канал — это у нас фигура разворотная. По волнам у нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все замечательно.
В принципе, есть сигнал на 30 минутах на продажу, 15 минут. Пока молчат. Значит, волны присутствуют, на H1 присутствует дивергенция. Желательно бы дождаться еще все-таки сигнала на H4, чтобы уже быть более уверенным и войти уже более, так сказать, надежно в сделочку. Это что касается у нас доллар-иены, да? Ну, соответственно, если евро-доллар начнет у нас корректироваться, соответственно, доллар-иена у нас тоже начнет корректировку, потому что мы с вами помним, что между этими парами присутствует корреляция, да, зеркальные пары, так называемые. Давайте посмотрим, что у нас происходит с индексом доллара. Какая картинка у нас происходит с индексом доллара? На четырехчасовом таймфрейме у нас с вами присутствует дивергенция, что в принципе нам говорит о завершении роста индекса доллара. На дневном графике на сегодняшнем дне у нас с вами присутствует сигнал на продажу. Если сегодняшний день закроется и сигнал сохранится, то, конечно же, большая вероятность того, что все-таки понедельник индекс доллара мы начнем снижением. Соответственно, это вызовет коррекцию по валютным котировкам доллар-евро-доллар и доллар-иена. Давайте мы с вами взглянем на более младший таймфрейм и посмотрим, что же у нас еще присутствует здесь. Что у нас имеется здесь? На часовом есть сигнал, есть дивергенция. Целей наверх у нас с вами нету. И в принципе зеркальная картинка, она отражает практически один в один пару евро-доллар. Да? Если мы сейчас откроем с вами часовой график, мы видим первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Откроем с вами индекс доллара, видим то же самое, только в обратном направлении. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Практически зеркальное отражение. Поэтому, в принципе, индекс доллара просится в sell, евро-доллар просится в buy. Ну, посмотрим, насколько все это сегодня реализуется. Также по индексу доллара сейчас, в данный момент, мы с вами видим, что у нас формировалась голова и плечи. Голова и плечи. Раз плечо, два плечо. И голова. Поэтому, в принципе, возможно, что если мы сегодня по индексу доллара пробьем поддержку 101.52, то мы, конечно же, начнем снижение. И согласно индексу, евро-доллар, доллар-иена тоже начнут свои коррекционные движения. Что у нас происходит на 15 минутах? На 15 минутах у нас собирается формироваться бабочка. В принципе, я так думаю, что вот сюда мы подтянем крыло. И, соответственно, если это у нас с вами голова-плечи, то мы с вами как раз, в принципе, до этих целей должны пройти. Более корректно, наверное, будет все-таки на уровень 101. Соответственно, это нам говорит о том, что евро-доллар тоже все-таки начнет свой рост. Скорее всего, возможно, это произойдет либо на европейской сессии, либо, конечно же, это будет у нас с вами на американской сессии, потому что все-таки самые основные движения по этим валютным парам происходит в европейскую и американскую торговую сессию.
А вообще, в принципе, на мой взгляд, я бы, конечно же, воздержался. Сегодня понаблюдал, посмотрел, ну а уже с понедельника можно искать какие-то точки входа. Либо работать с короткими стопами, потому что не забывайте, что мы с вами все-таки работаем против тренда. Против тренда. Достаточно много сигналов о развороте тренда, но риски, как всегда, есть, как всегда присутствуют. Поэтому, в принципе, если стоп-лосс для вас в 1000 пунктов это допустимо, можно рискнуть, опять же, после пробития нашего с вами сопротивления. Так, что у нас с вами происходит с нефтью? Нефть, все замечательно, все прекрасно. Нефть у нас с вами падает. Падает. Отметка 78,6. Последняя точка, разворотная точка. От нее мы отскочили хорошим импульсом в противоположное направление. Также у нас здесь взглянем на дневной график на дневочке тоже 78,6. Поэтому, в принципе, вполне возможно, что мы начнем рисовать второе крыло, так как у нас вот первое уже имеется, присутствует, и мы начнем свое падение. Соответственно, падение котировок по нефти вызовет у нас рост канадского, укрепление канадского доллара. То есть мы с вами помним, что между нефтью и канадским долларом опять же присутствует прямая корреляция. Если нефть у нас снижается, то канадский доллар у нас укрепляется. Что касается с австралийским долларом золота, да, давайте с вами посмотрим, что у нас, какая ситуация по золоту. По золоту, в принципе, как и предполагалось, вчера мы еще сходили, опустились чуть пониже, сделали отметку по Fibonacci 618, сделали отметочку 618. И если сегодня мы преодолеем нашу с вами поддержку, то следующие цели по золоту у нас будут находиться на отметке 1151-899. И последняя конечная цель падения по золоту, так сказать, разворотная, возможно, разворотная зона будет находиться на уровне 1142-620. Опять же, повторюсь, если сегодня мы преодолеем нашу с вами поддержку. На рост золота на дневном графике пока, кроме паттерна, сегодня ничего не присутствует, я ничего не вижу. На 4-часовом графике активные уровни Фибоначчи. Раз, два, три, четыре. В принципе, все четыре активные. Возможно, что нужно ждать дополнительных сигналов. Нужно дождаться конвергенции, и тогда, в принципе, на 30 минутах только проговорил, на 30 минутах у нас сформировалась конвергенция, а это нам говорит о том, что собираемся в рост. Но все-таки хотелось бы увидеть конвергенцию на часовом, на 4-часовом графике, чтобы быть уже более уверенным и, конечно же, дождаться еще дополнительных сигналов, опять же, на более старших таймфреймах H1, H4, D1. Я думаю, что сегодня, в принципе, эти сигналы сформируются в течение нашего торгового дня и посмотрим, опять же, как мы в понедельник откроемся. И уже в понедельник будем рассматривать ситуацию, все-таки искать какие-то точки для входа в коррекционные движения по тем котировкам, которые имели нисходящий тренд. Иена у нас имела восходящий тренд. Соответственно, будем искать точки входа в понедельник. С фунтиком у нас, в принципе, ситуация не меняется.
Фунтик у нас с вами растет. Растет. Посмотрим на старших. На дневном взглянем. То есть активный уровень поддержки по фунтику у нас будет с вами 1.23.797. То есть если в принципе какие-то попытки совершать, вставать в длинную позицию по фунту, то конечно же стопы мы с вами знаем, что лучше их выставлять за уровень нашей поддержки. Также мы видим, что здесь присутствует волна 1, волна 2, волна 3. Возможно, это все-таки идет дальше. Продолжение 3. Соответственно, против 3 торговать, ну, опасно для депозита. Поэтому желательно только в направлении тренда. Да? Трендовая линия поддержки. И, соответственно, у нас с вами есть горизонтальная линия поддержки. То есть вот этот уровень должен быть, на мой взгляд, более или менее серьезным. Да? Ближайшие цели по фунту ожидаются на отметку 26.670. Ну а дальше, в принципе, дальше будем посмотреть. Окей, у кого какие есть вопросы? С удовольствием на них отвечу. Можете спросить, чем смогу, тем помогу. Итак, друзья, у кого какие есть вопросы? В принципе, я думаю, что ситуацию мы сегодня разобрали детально. Больше, в принципе, я думаю, что на сегодняшний день, на данный момент, который сейчас у нас происходит, доллар-франк. Как я его не люблю, этот доллар-франк. Ну, давайте посмотрим. Доллар-франк, в принципе, сформировалась медвежья модель. Медвежий паттерн на продажу. Уровень 1.414 присутствует. На 4-часовом графике присутствует дивергенция. Присутствует сигнал на продажу. На дневном графике также медвежья модель присутствует. И если отметка, то есть наше ближайшее сопротивление будет находиться на отметке 1.01.845. Если преодолеваем эту отметку, мы с вами идем далее. Идем далее на уровень. Следующее сопротивление будет на уровне 1.02.271. Пока что сигнал для продажи франка у нас присутствует на H4, на D1 сформировалась. В принципе, дивергенция есть. Опять же, если вставать в короткую позицию, то стопы желательно выставлять за уровни сопротивления ближайшие. Ну, приблизительно до франка я бы выставил на уровень 0.2500, потому что там у нас будет второе сопротивление.
так сказать, вторая возможная точка разворота. Сейчас на H1 формируется треугольник. Треугольник у нас с вами восходящий, поэтому, в принципе, возможно, что сегодня мы сможем по франку еще подрасти, как раз подрасти на уровень 1.02271. То есть еще раз повторюсь, что на этой бы неделе я все-таки придерживался против тренда, который у нас преобладал по валютным парам на этой неделе, в обратном направлении не вставать, посмотреть, понаблюдать, и в понедельник уже возможно искать какие-то точки входа. Если же все-таки у вас чешутся руки и есть желание встать в обратное направление, то работайте с короткими стопами. Но в данный момент по франку, в принципе, я бы в продажу не вставал, потому что у нас с вами сформировался треугольник, либо если по пробитию поддержки 1.01446, тогда можно, в принципе, встать в продажу со стопом выше нашего предыдущего максимума на отметку 1.01937. Но сейчас, в данный момент, я бы ничего не делал. То есть мы с вами должны помнить, что эти котировки, они активны именно в европейскую либо американскую сессию, и точки входа на эти валюты все-таки я бы искал именно в эти промежутки времени, это Европа либо Америка. С утра все-таки я бы не входил. Наталья, я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Ну что же, спасибо, друзья, за сегодняшнее присутствие на нашем обзоре. До новых встреч. Я думаю, что мы увидимся с вами в понедельник, в то же самое время, без изменений. Следите за новостями на сайте. Скоро появится курс по обучению именно этой стратегии, которую мы сегодня используем для обзора рынка. У каждого из вас будет возможность пройти обучение и самостоятельно научиться применять эти знания. Всех благодарю, всех профитов, всем удачных, хороших, плодотворных выходных. Всем спасибо, всем до свидания, друзья. Запись будет вечером.